Дорогие братья и сестры, начинается Великий пост. Но начался ли он в нашей душе, этого мы еще с вами не знаем. Обеденный стол, завтрак и ужин, кажется, изменился. Но ведь главная цель – изменить самого себя. Изменить так, чтобы что-то отвратительное или греховно отвратительное, или неприемлемое ближними исчезло из нашей жизни и изгладилось из нашего характера. Как хорошо было прошедший пост, что мы обратились к наставлениям Иоанна Лествичника. Об этом говорила церковь устами святителей, пастырей, верующих людей. А может быть, в этот пост кому-то из нас полезно было бы взять в руки книгу о старце Силуане Афонском и по его примеру, двигаться к результату самоизменения. И, конечно, Великий пост требует добрых дел, но как непросто в наше время сделать правильное направление по вектору добрых дел. Спросите свою совесть, свое сердце, что и кому могли бы вы принести, как самому Христу, или слово, или дело, или искреннюю молитву, чтобы польза была спасительная для вас, для вашей души, для того, для кого делаете доброе дело, в любой форме. И знайте, что это примет Господь. И награда, пасхальная радость, искреннее торжество и глубокое, сильное чувство уверенности в своем спасении – и вхождение в жизнь вечную, в общение со святыми в Царстве Божьем. Пост – это не голод и не фитнес. Избегайте этого. Пост – это труд, который не требует голодания, но требует подвига. И Бог в помощь каждому, кто искренне верует, искренне желает не потерять связь с Отцом Небесным и искренне желает возбудить в себе, сохранить в себе и приумножить любовь к ближнему и дальнему, ко всей жизни и собственной тоже.